Тебя ждут в лагере. Вон там, залейте на цель! Ищите вспышку! Слыхал? Чего там стоит грузинский снаряд? Нет. Тебя, похоже, это не интересует. Я рад, что не попал туда, а все остальное меня не касается. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Босс потерял часть своих активов. Нет заложников, нет выкупа. А значит, шансы на то, что нам с тобой не заплатят, еще выше. Uniform, I'm in position on the villa balcony. Request eyes on buildings to my immediate north. Roger, follow my lead. Patrolling sentry by the central building. Judging from the direction he's headed, you can wait till he turns the corner. I see you have an alternate plan. Proceed. Thank you.
minutes. Friendly secure. We are now advancing to assault position. One click from the hotel. Any new developments? Negative. The package is marked present at the hotel resort, albeit currently under heavy guard. We have zero confirmation on Kalalo. Anderson, you? Live and kicking. Should arrive at the observatory double quick. 3-2, you have a heavily reinforced post approximately 200 meters north of your position. Advise you to flank from left. Roger. Make sure you have a clear picture of the situation before taking any action. Wait till the hostiles split up to engage. Ну, если только для тебя. Не знаю, мне кажется, что тут уже все на грани. Сплошные нервы, сплошные испуганные парни. А почему испуганные? Из-за этой сделки, которую хочет провернуть босс. Ты что-нибудь об этом слышал? Я понятия не имею, что это за сделка. Но одно могу сказать точно. Я боялся, что будет серьезная заварушка. Знаешь пожилого мужика, который недавно приехал из Грузии? Ну да. Ну вот, он уронил сигареты шведа с обеденного стола. И они упали в лужу. И что? Сигареты намокли, только и всего. Так вот, этот сраный швед избивал его фонарем до тех пор, пока не сломал ему руку с ключицей и челюсть. Охренеть. Ага, целый месяц будет валяться в лазарете. Этот швед полный говнюк, это еще слишком мягко сказано. Так вот я про это и говорю, все на взводе. Ладно, ты главное будь поосторожней. Обстановка тут не очень. Ну да. Good kill. No further obstructions detected. You can advance to the observatory. The building, however, is a different story. Figures. We'll check in once I'm there. Чертов свет сбил меня с толку. Я не знаю, приятель. Это место... А что с ним не так? Как что? Это же чертова дыра. Она мне уже плешь проела. Ну, в сравнении с Сараево, это прямо курорт. Ага. Ты вообще в Африке служил? Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это была приятная война. Приятная война? Эй, приятель, так же не бывает. А вот послушай, наш лагерь...
стоял прямо у берега. Местные носа не высовывали из джунглей. И по ночам мы с вертушек выкатывали... Вражеский снайпер! Замечена угроза! Stealth is critical. There is a heavy machine gun looking directly at the main entrance. Uniform, can you feed enemy positions over? Updating your map? Now. Dispatch the sentry on the roof 1 o'clock to increase your odds. Best bet is to do it when he's near the right edge to avoid detection. Ну да, хреново. Нови случаи я не видел. Гонят его гниющих ног, стоит аж на другом конце лагеря. Бедняга. Да, из-за таких, как он, у всех постоянно какие-то неприятности. Всегда в отряде оказывается какой-нибудь дилетант или кто-то на грани срыва. А потом вдруг раз – бой. Сидишь под градом пуль в дерьмовой траншее, а рядом парень, от которого толку ноль. Плевать это. Простая тропическая язва. Вот, в этом и проблема. Помяни мои слова, в этот раз будет полная задница. Так всегда начинается с пустяков. Сначала один срывается, потом другой. Все в укрытие! Потерял цель. Кто-нибудь видит его?